Итак, в этот замечательно холодный снежный день, чем мы опять занимаемся? Ну, конечно же, гильзованием дымохода. Значит, диаметр трубы 110, так как у нас котел 75 киловатт. Тут была нержавейка прогильзована, вот как вот этот дымоход. Но у нас должно работать все по-правильному, котел конденсационный, так что у нас вот своя термокислотостойкая труба компании Wulf, сделана в Германии. Сейчас будем формировать конечный элемент. Дымоход выглядит вот так, значит. До верха пришла белая труба, а здесь за колпак выпрыгивает уже такая черная, потому что та белая боится ультрафиолета, это и все равно. Значит, отсюда выходят отработанные пары, а вот через эти щели в шахту заходит кислород для горения. Вот таким образом это выглядит. Сейчас оденем головок. Значит, прогильзовали дымоход, но так как здесь была нержавейка, она уже здесь не годится. Загильзовали вот таким образом. Но вот это отверстие надо накрыть. Сейчас нашли вот так на участке два вот таких листа под цвет. Вот сюда герметик нанесли. И сейчас просто это сверху саморезами прижмем. Ну вот, так выглядит, значит, законченная работа. Листом вот этим двумя накрыли большое отверстие, которое там было под нержавейку. Битумный герметик кровельный. И вот таким образом заканчивается все. Вон там она внутри